Добрый день, мама Ричарда Ковалева на связи. Легла в 5 утра, проснулась в 10. Так, ну, после того, что я почитала по-немецки, как мне перевел Google переводчик, этого достаточно. 5 часов сна, как по мне, этого достаточно. Так, сейчас едем по этому адресу. Вчера узнала, что здесь будет какой-то ОКО-маркет, да? Это недалеко от меня. Нужно переехать речку. Зинозайберт. А, Зинозайберт, привет тебе. Вот, писала. Извини, что залезла в Google, посмотрела, кто мне пишет под видео такие душераздирающие комментарии про внуков. Сделаю вам контент и порассказываю немножечко про вот это. То, что вчера я получила, да, вот, вот это все, вот эта стопка, там вам не видно. Потому что очень много фальшивой информации, не достает, конечно, подписей. Это я буду разбираться. И Амсгирит Виттен говорит, что этот процесс, который я не могу обжаловать, временным постановлением они не разрешают к Ричарду подходить на 50 метров. Этот процесс буду оплачивать я сама. Увидимся на выставке. Пока-пока.